Видел еще когда ехал. Вот не пахло. Штербинка ездит. Ты думаешь, это работает только в одну сторону? Да, вот уж. Что, пульс менять будешь, нет? Да нет. Приходится выкручиваться из того, что имеем. То есть, если артиллерии поддержки нет, там, потому что у них нет снарядов, то есть приходится находить другие способы уничтожения противника. И дроны подходят как них. Ну, их хотя бы можно просто где-то кое-как раздобыть, там, те же FPV-шки, их вообще он там появит у себя дома. Поэтому выход из ситуации, как по мне. За не то, что там придумали, просто так произошло. Все, встал. По-моему, короткий. Просто я за підрозділ сказать, а не чисто за мене. Я ніколи не читав їх, скільки я там знищив. Ну, 400 точно знищив, а там...